Комикс о Шукане Уалиханове представили на фестивале «Комикон» в столице. В иллюстрациях через призму современности отразили кашгарскую экспедицию выдающегося разведчика и ученого. Автор этой идеи – политолог и общественный деятель Галым Байтук. Подробнее об уникальном казахском комиксе расскажет Тамирис Белял. Этнограф-востоковед, демократ, разведчик и переводчик. Феномен Шукана Уалиханова сегодня отражается в научных исследованиях и трудах. За недолгую жизнь он внес большой вклад в историческую науку, а результаты его экспедиции еще будут изучать эпохами. Его до сих пор, его труды, его похождения, путешествия, разведывательные миссии изучают в разведшколах Европы и Америки. Миссия Шукана Уалиханова в Кашгарию, а в дальнейшем открытие караванных троп в Индию стало катализатором восстания сипаев в 1857 году и развалу со временем большой, великой английской колониальной империи. Деятельность выдающегося ученого теперь популяризируют через комиксы. Это первая часть выпуска, и называется она «Шукан и жестокий наместник Кашгара». Визуально не отстает от японской манги или комиксов Marvel. В этих иллюстрациях художник-сценарист Зархан Умирбаев изображает ключевые моменты из жизни казахского этнографа, в частности, его экспедицию в Кашгарию. И вот мы взяли его героем комиксов. Это, получается, наш азиатский Индиана Джонс. Я думаю, что даже лучше. Обладает прекрасным умом, прекрасной сообразительностью, силой, выносливостью. Раз мы говорим об игровом моменте, мы решили добавить ему фэнтези-жанр. Фэнтези-жанр, и здесь мальчик, наш мальчик, который нашего времени, через волшебный телепорт попадает к Шукану во время его экспедиции в Кашгарию. Представили комикс на популярном фестивале «Комикон», и такие иллюстрации сразу привлекли внимание участников. К слову, это не все, что готовы презентовать авторы. Планов много. Совсем скоро герои картинок оживут на экранах страны, потому что это первый казахский комикс, на основе которого создадут полнометражный мультфильм. Снимаем уже в этом году мультфильм. 10-серийный мультфильм «Путь в Кашгарию» с Шуканом. Через этот контент игровой, мне кажется, молодое поколение, дети, школьники, они получат информацию о Шукане и начнут дальше изучать, кем же действительно была эта историческая персона. История не только записи, говорит автор. Ее можно воспринимать и визуально, ведь иллюстрация всегда расскажет просто о сложном. И наше прошлое – сокровищница выдающихся личностей, которые также могут стать героями отечественных комиксов. Тамирис Белял, Нургали Мамурбаев, 24 KZ.